Штраф и расстрел. Совместный проект писательницы Ирины Карпы и нашего сайта. Подробности UA. Это мультфильм вызвал именно такую реакцию в так называемой ЛНР. Кто возмутился и что ответила Карпа, наша Ирина Романова об этом. Батник-мутант. Ну или лучше батница-мутантка, бо шо ж то про одних мужиків все всегда. Это новый мультфильм совместного производства нашего сайта «Подробности UA» и писательницы Ирены Карпы. Видео очень популярно в соцсетях. Последняя серия о ватницах. Львиная доля трехминутной анимационной картины посвящена бывшему мэру города Славянска Нелле Штепе. В детстве эта женщина так любила вершика про дядю Степу, что очень просила батьків, аби ее так назвали – Степа. Тільки ж не дівчачі, то ім'я решила судьба. И назвала тетю – тетя Штепа. И совсем чуть-чуть можно сказать вскользь о министре культуры, так называемой ЛНР. Была одне время даже ватная министр культуры. Так она же вообще была шикарная женщина. Одни фотки на мустах, у трусах и с сиськами наперевес чего стоили. Не одного гражданина укультурила. Тетя Штепа мультик, наверное, посмотреть еще не успела. А может, с чувством юмора у нее все в порядке. А вот министр культуры ЛНР обиделась. Да так страшно, что подала иск на писательницу, которая озвучивала мультфильм в Ленинский народный суд Луганска и потребовала 50 тысяч рублей морального ущерба за пережитый стресс и испорченную репутацию. А еще судить Ирену Карпу по законам военного времени и приговорить к расстрелу. Почему так сурово, хотели узнать мы у Ирины Филатовой, но связи с ней нет. Зато писательницу реакция министра повеселила. Я не могу серьезно скорее реагировать, потому что такая фигня, типа, как 50 тысяч штрафу и расстрел, это типа как сначала? Сначала убьют, потом выплатить штраф, или навпаки? Вот как это реєструвалася такая заява? Ну, зрештою, який ЛНР такая заява? Ирина Филатова прославилась сразу после назначения на должность министра культуры ЛНР. Тогда в интернете появились вот эти откровенные фото, красовавшиеся на ее страничке ВКонтакте. Правда, после огласки и снимки, и сама страничка моментально исчезли. Персонажів, які подадуть на мене в суд, з'являтиметься часом все більше і більше, і вони потім навіть якісь такий можуть громадський рух заснувати або політичну партію мультяшки проти Карпа. Что решит так называемый Луганский народный суд? Писательницу не волнует. Она уже работает над следующей серией анимационного цикла о ватниках. В новом мультфильме, рассказывает, будут не менее яркие персонажи. И к тому, что некоторые из них могут обидеться, готова. Ирина Романова, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. А вот в пресс-службе самопровозглашенной ЛНР заявили, что Филатова не является министром их культуры. Культуры рулит там совсем другая, некая Леся Лаптева. Ее в мультике еще не было, и она молчит.